студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Февраль начался с падения в барическую яму. Атмосферное давление резко понизилось. И это падение продолжится. В понедельник в Старомосковье Губкине оно на 20 единиц ниже нормы – 725-731 миллиметр. К тому же магнитное поле неустойчиво. Метеозависимые могут почувствовать головную боль. В такие дни стоит больше спать и гулять. Тем более погода располагает. 5 февраля днем 0 плюс 1 и небольшой снежок. Ночью 1-2 градуса мороза. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Луна убывает, а световой день наоборот. С нынешних 9 часов 22 минут за неделю он дорастет до 9.45.